Ребята, всем привет! Мы на даче, и это просто жесть. Мне столько всего вам нужно рассказать. Не знаю, говорила я в прошлом влоге о том, что у меня началась аллергия. Господи, на улице дождь идет. В общем, у меня началась аллергия, я начала пить лекарства. Я всегда разные пью, если честно. В том году я, по-моему, Эриус пила какой-то. Кто-то у меня постоянно спрашивает, какие лекарства я пью от аллергии. Сейчас я пью Кларитин, но, по-моему, он ни хрена не помогает вообще. Ну нет, я думаю, он помогает, но не на 100%. Не настолько, насколько хотелось бы, потому что каждое утро я просыпаюсь от того, что я не могу дышать. У меня заложен нос и болит горло. Все равно много чихаю. Ой, ничего с этим не поделаешь. Короче говоря, мы дня 4 назад приехали на дачу к моей маме. Тусовались там где-то 3 дня. Ну, как тусовались, проводили время с моими родителями. Кушали, парились в бане 2 раза. Ну, хорошо, отдохнули. Смотрели кино, болтали. Вчера мы со Славой приехали сюда на дачу. Вы знаете эту дачу. Особенно те, кто смотрели мои влоги с карантина и вообще мои влоги, кто смотрел тогда, когда давным-давно я начала снимать влоги. Влоги с дачи самые популярные, короче, с этой дачи. В общем, что рассказывать? Мы сюда вообще приехали по делу, но и с другой стороны хотелось бы сюда съездить, потому что за всю зиму мы сюда ни разу не приезжали, но мы оставили отопление. Наверное, там нагорело. Оставили отопление, чтобы в доме все было хорошо, чтобы не пахло никакой сыростью, чтобы дом хорошо себя чувствовал, чтобы не было сильных перепадов настроения. Вот. И сегодня мы проснулись здесь на даче. Сегодня суббота, сейчас мы поедем по делам в Мосэнерго. Знаете, такое... Очень интересно. В общем, я, представляете, сегодня проснулась в 9:30. В общем, не знаю, кто следит за моим телеграмом. Ссылку оставила в описании, обязательно подписывайтесь. У меня был ужасный режим, сбитый. До того, как мы поехали на дачу к моей маме, я прям говорю Славе, поехали, потому что я не могу, реально, это ужас. В Москве дома меня ждет Planet Coaster, знаете. И я там, не знаю, сколько часов уже просидела, строю парки. Уже не такие парки, где у меня бесконечное количество денег, а где у меня кончаются деньги. И меня это так завораживает, такой кураж у меня, потому что мне хочется заработать много денег, построить идеальный парк. В общем, это просто сумасшествие. Не знаю, слышите или нет, я как будто бы в нос говорю, стопудово в нос. Все, аллергия. Я немножко подкрасилась, буквально чуть-чуть, чтобы выглядеть более-менее свежо. Сейчас мы ждем, когда прогреется машина. Блин, погода просто ужас. Дождь капает. Но это было ожидаемо, в принципе. Я и не ждала, что здесь будет прям супер-супер летняя погодка. В общем, всю ночь я не могла уснуть, потому что у меня постоянно было ощущение, что по мне ползает клещ или паук. Хотя я бы не сказала, что здесь, в этом доме, их прям очень много, но много. И мы сюда давно не приезжали, поэтому паутина здесь тоже была в углах всяких. Живой дом. Вот, и плюс ко всему, меня пугают очень сильно клещи. Вивочка вчера чуть-чуть гуляла. Я ее, конечно, посмотрела, но, по-моему, вроде как клещей еще пока нет, но все равно, знаете, страшно. А мы еще ей не дали ничего от клещей. И у нас только будет прививка. Вот сейчас мы вернемся в Москву, надо будет ехать делать прививку, которую раз в год надо собачкам, ну и кошкам, наверное, делать. От бешенства всякие и так далее. Ну, короче, там, которые надо обязательно им каждый год. Вот, и я долго не могла уснуть, потому что мне постоянно казалось, что кто-то по мне ползает, кто-то, не знаю, впивается в мою кожу, хотя на самом деле никто не впивался. В общем, долго из-за этого не могла уснуть. Потом, что еще? Ну, просто ворочалась, крутилась, всякие мысли были. Представляла, как в меня впился клещ, я бужу Славу, мы едем в больницу. Мне его достают, вспоминала, как доставать клещей. В общем, такие мысли терзали меня всю ночь. И в 9:30 я проснулась, несмотря на то, что вчера перед сном мы еще достаточно поздно легли. Я же все-таки наладила режим. В Москве я ложилась, блин, в 7-6 утра, это реально кошмар. Вот, и еле как вставала в 3-4 дня. Мне удалось наладить режим, и я начала ложиться спать до 2 часов ночи, вставать до... Ну, не то, что до, но где-то в час встаю, да. Сегодня я вообще встала в 9:30, как я уже сказала. И я встала как раз таки от того, что не могла дышать, спустилась вниз, умылась, сделала себе чайку, выпила лекарство. Ну и все, я решила не ложиться. Потом через час где-то пошла, разбудила Славу, хотя он обычно раньше меня встает. Но просто здесь такая необычная ситуация. Проснулась так рано, капец. Вот, я рада, что я решила не ложиться дальше спать, потому что есть шанс того, что я сегодня еще раньше лягу спать. А вчера мы смотрели фильм «Падение Луны».
Короче, мы решили остаться на даче еще на один день. Вот. Заедем в магазин, купим чего-нибудь вкусненького. Хотя мы вчера заехали, купили что-то вкусненькое, но мы купили так чисто на один денек. Вот. Поэтому надо будет заехать что-то еще взять. Хотя моя мама передала нам пельмени, которые она сама лепит, и я их просто обожаю. Реально, я могу пельмени каждый день есть, наверное. Со сметаной, главное. Ну и вот, у нас полно пельменей. Ну, посмотрим, надо на ужин, наверное, что-то другое сегодня делать. Можно было бы пообедать пельменями. А, что рассказывать? Что-то я уже забыла даже, что хотела вам рассказать. У меня это самое, как называется, когда вообще не выходишь в интернет, неохота ничего рассказывать, ничего нового. Потому что ты просто тупишь. Я придумала назвать это детокс от соцсетей, но мне кажется, что это какое-то другое название. Не знаю. Деградация, лень. Спросите вы у меня, как ты живешь без Макдональдса? Сколько уже месяцев? Месяц? Я не помню, когда ела последний раз в Макдональдсе. Можно это отследить по моим блогам. Хотя нет, я же не всегда во влоге показываю. Я не знаю, как отследить. Скучаю ли я по Макдональдсу? Ну да. Ну, не так, чтобы прям, типа, знаете, мы проезжаем мимо Макдональдса, и я такая... Эх. Кстати, мы ни разу не проезжали мимо Макдональдса. Вдруг они все открыты? Ой, не знаю. По поводу Ютуба. Меня это жутко бесит, знаете, я это вот ненавижу такое. Потому что каждый день, да, ну, практически каждый день говорят, что да-да, Ютуб, конечно, не выполняет свои вот эти дела. То, что мы от него хотим, он это не делает, поэтому мы вообще думаем закрыть его нафиг. Лучше все свое скачивайте, добришко, и переходите куда-нибудь в другое место. Каждый практически день мне об этом напоминают. Прямо говорят, я думаю, это как, знаете, это как когда ты знаешь, что ты будешь продавать свою квартиру, и тебе неохота там убираться. Я даже не знаю, что привести. Хотя убираться, ты же не только для себя, в принципе, ну, для себя в первую очередь. Ну, короче, не знаю, странные чувства, типа, как будто бы я знаю, что у меня хотят забрать что-то мое любименькое, и мне, знаете, хочется самой попрощаться с этим любименьким, чтобы было не так больно, когда у меня это заберут. Я не знаю. В общем, тупое, странное чувство, наверное, из-за этого у меня редко выходит видео. Ну, еще из-за погоды и из-за аллергии. Реально, мне было так плохо из-за аллергии, особенно начало. Но у меня и сейчас плохо, если честно. Может, лекарство другое начать пить? Мы сейчас уедем и оставим Вивочку одну дома. Надеюсь, ты не будешь одна плакать. Я Вивочку укрыла, чтобы ей было тепло. Кстати говоря, я дома даже не убиралась здесь, представляете? Так чисто полгода назад убралась, что до сих пор чисто. Ну, да. Кстати, да, реально не убиралась. Да, блин, лень. Я ужасно ленивая. Ужасно ленивая просто. Вчера я вообще не могла встать с кровати. Вчера просто у меня было такое состояние дурное. Меня прям тянуло к земле. Мне хотелось лежать, спать, не знаю. В итоге, когда дело дошло до того, чтобы уснуть, мне казалось, что по мне клещи ползают, и я не могла уснуть. Такая вот у меня приколдесная прическа. Хвост и коса. Хвост получился очень неудачный, поэтому где-то что-то торчит. Но я такая думаю, ладно, пофиг. Ребята, мы съездили в Мосэнерго. Добились ли мы чего-то? Нет. Уже полгода мучений. Но ничего, мы нашли решение проблемы. Оно нас ждет в Москве. Надо будет записаться и куда-то сходить. В общем, мы заехали в KFC, потому что, вы знаете, Макдональдсы закрыты в России. Такой вот попадос. Странно, что KFC и Бургер Кинг не ушли. Но спасибо. Что я люблю в KFC, если хотите знать. Оригинальные стрипсы. И картошку с сырным соусом. Это, конечно, не Макдональдс. Но неплохо. Вот такой у нас обед. О, какой милый карапуз. Мосэнерго мы провели час в очереди и потом там сидели. Написали заявление по поводу того, что наши требования не исполняются, наши пожелания, наше законное право. Вот. Не знаю. Вивочка осталась дома одна. Пишу скорее уже к ней. Но нам сначала надо зайти в магазин. И сразу к Вивочке. Мы уже у магазина. Так, вот такой вот милый малыш нас дома ждал. Мы уже, наверное, час... как приехали. Я заплела себе косы. С одной стороны, получилось лучше, чем с другой, но в принципе, очень даже неплохо, учитывая, что я, наверное, больше недели косы себе не плела. Ну, короче, все, талант не пропьешь. Один раз научилась, и теперь никогда не забуду. В общем, когда мы были у мамы моей на даче, она столько всего вкусного готовила, просто, не знаю, мне кажется, раз сто в день она что-то готовила, и столько всего мы ели, и вкусные мои любимые салатики,
и эти сырнички она сделала, и пирожки она сделала. У нас, кстати, дом пирожки с мясом, с капустой, она еще делала с картошкой, но мы их не стали брать, потому что мы не любим с картошкой. Слава любит с капустой, я люблю с мясом пирожки. Что еще она делала? Сначала уху она делала в один день, потом борщ в другой день. Котлеты какие-то были, и рыбные какие-то, и какие-то, я не помню, кто там был. В общем, столько на всего наготовила, что просто кошмар. А у меня в один день было вообще столько сил не было. Короче, я больше по уборке. В общем, в какой-то день мама готовила дофига, я убиралась. Ей, конечно, немножко помогала, ну как там, зелень порезать, чуть-чуть туда-сюда. А я бы, конечно, могла, наверное, больше помочь, но она сама так умело со всем справлялась, что я решила ей не мешать. Да не, на самом деле, мне было жутко лень, я ей говорю... Я лежу, в какой-то день меня прям тянуло к земле, но я уже говорила, что я просто вырубалась, я не знаю, лежала просто вообще как овощ, как будто меня били всю ночь, хотя я выспалась, все нормально, не знаю, в общем, странно. Я ей говорю, как тебе не лень? Я говорю, тебе не лень столько готовить? Она говорит, лень. Ну кто же это будет тогда делать? Я думаю, капец. Короче, моя мама меня вдохновила, она сделала сырники. И я захотела научиться их делать. Оказывается, там ничего сложного, но я ни разу их не готовила. Кстати, вот такую футболку мне привез муж Селихарда. Север Селихарда. В общем, для того, чтобы нам приготовить сырники, я записала рецепт мамину. Творог 2 пачки, 5 или 9%. Яйцо 1, 1 штука, 4-5 ложек столовых сахара. Можно 4-5, это если хотите послаще, но я думаю сделаю 4, потому что мы со сгущенкой будем есть. Все перемешать. Потом муки 0,5 стакана, я даже сфоткала стакан, который она имела в виду. А вот так получились сырники. Это я ела и сфоткала тоже, чтобы не забыть. Так, тесто надо, чтобы получилось не тугое. Тесто, но не тугое, чтобы получилось. Ставлю муку на стол, из муки делаю колбаску. Точнее, на муке делаем колбаску из этого теста. Потом их на штучки шмякаем. Вот на такие типа штучки. И все, жарю сырники, прикрываю крышкой. Попробуем. Раз уж мы на даче, и я сегодня встала в 9:30, почему бы не потратить это время с пользой? Тем более у меня есть кофе. Возьмем вот такую емкость. Блины я уже научилась делать без рецептов. И получается вкусно. Сейчас мы сделаем творог. Ну что, в каком-то пакете. Любопытно. Очень любопытно. Оп. Так интересно, как получится. Мы взяли вот такой творог. Не знаю, я вообще в творогах не разбираюсь. Я не очень-то люблю творог. Одно яичко. Сахар. Сегодня взяли. На улице очень сыро, дождь. Два кусочка творога, сахар и яичко. Надо насыпать еще муки. Господи, почему ж так холодно? Хорошо, что я колечки сняла. Ой, не знаю. Так холодно мне еще никогда не было. Кто-нибудь хочет сырники? Может, я что-то не так делаю? Ладно, самое время рассыпать муку на стол. Вот такая масса у нас получилась. Надеюсь, если мы будем крутить по муке, у нас получится слепить из этого колбаску. Но пока не выглядит как колбаска. О, получается. Реально. Реально получается. Но очень много творога осталось на моих пальцах. Ребята, у меня получается колбаска. Вот такие две колбаски у меня получились. Мы их потом поделим на половиночки, на долечки. Чик-шмяк-шмяк. Жмякнем их, прижмем, и получится сырник. Что-то у меня много подгорело. Я уверена, что когда я попробую то же самое сделать в Москве дома, у меня получится в 100 тысяч раз лучше. Но они не все такие. Вот, ну ладно, это можно соскоблить. Проблема в том, что, блин, с этой плитой невозможно, я к ней не привыкшая. Для меня здесь, тут пока до девятки загрузится, блин, капец, 100 лет пройдет. А там на семерке, оказывается, тоже горячо. Потом я поставила на 5, на 6, и было неплохо. Но это я уже в самом конце придумала. Ладно, надо попробовать, может, они вообще не изготовились внутри. Так, ребят, у меня полным ходом идет уборка. Я решила заняться тем, что я умею. Окно помыла, ну не одно, вот это помыла. Вот это, правда, не помыла, посередине оно глухое.
Да и холодно было. Я подумала, ладно, погода сейчас вообще не для того, чтобы мыть окна. Убрала с холодильника все, что было. А здесь такое было вообще. Ну, кое-что оставила. Вот, но в целом убрала. Тут тоже все помыла. Ковер мы свернули, потому что Вивочка обожает коврики на них пописать, покакать. Тут тоже окна помыла. Сейчас закрою, окошко открывала, чтобы проветрилось. Вот, помыла окошки, не знаю зачем. Везде пыль протерла, все полы помыла, пылесосила. В общем, красоту навела. Вот, тут тоже все помыла. Такая вот у нас комната. Вот, радуюсь чистоте. Тут тоже окошки помыла. Погода, конечно, просто кошмарная. Сейчас хотя бы нет снега и дождя. Прикиньте, был снег и дождь. Вот, может быть, сейчас со Славой пойдем прогуляемся до мусорки. Наше любимое занятие. Ну, холодно, капец. Вот, у меня еще внизу много уборки. Убираться на даче, конечно, такое себе удовольствие, потому что приходится паутину везде искать, засасывать. Потому что пауки здесь любят паутину свою видеть. Меня беспокоит Вивочка, которая ничего не ест и не пьет. Я начинаю переживать, вдруг все-таки у нее клещ. Надо искать. Сейчас буду искать. Давай, вместе поищем. Я хочу ее помыть, хотя хочется дотерпеть до дома, чтобы мыть ее не детским шампунем, а ее собачьим. Раньше я ее детским мыла. Господи, так надеюсь, что у Вивочки нет клещей. Потому что если у нее клещ, я сойду с ума. Всем привет, ребят! Новый день. Новый день, когда я просыпаюсь с аллергией. У меня уже настолько неприятная аллергия, что у меня даже горло болит. В общем, сегодня мы поедем в Москву, и я этому рада, на самом деле, потому что мне почему-то кажется, что приехать на дачу в место, где куча всего растет, распускается, что-то еще что-то, ну, не лучшая идея, когда у тебя аллергия. В общем, что я вчера делала? Вчера мы же решили остаться в Москве, и, ну, вы знаете, я подумала, блин, ну, раз мы остаемся в Москве, надо убираться, и в итоге я весь дом вчера убирала. Убрала? Очень много всего сделала, даже окошки помыла. Не знаю, показывала я вам, по-моему, показывала. Не все, конечно, но вот это вот помыла. Собирала паутину, ходила, ну не руками, конечно. Пылесосом запылесошивала, ну ее, конечно, так много. И вот в этих штучках она была, ну не везде. Ох, но это жуть, это просто жуть, ненавижу паутину. Нам надо сейчас собраться, и мы поедем в Москву. Дел полно. Одно из дел – это записать Вивочку на прививку, которую раз в год надо собачкам делать. Я говорила, я хочу сходить на маникюр, потому что мой маникюр – это просто ужас. Вот. Видите? Все отросло. Вчера у меня еще ноготь отвалился один, я ударилась им, и он сломался. Меня, конечно, все потеряли, я из интернета вообще пропала. Это просто лютый отстой. Меня это само бесит. Меня бесит, потому что, знаете, я чувствую, что я ничего не делаю полезного в принципе. Ничего не делаю полезного для себя. И это тупо. Очень тупо. В общем, сейчас надо будет все отнести вниз. И еще я хочу не забыть взять несколько курточек, пальтишков, которые сюда привозила.
Так, в принципе, мы все собрали. Вот Вивочка, вот эти куртки повезем в Москву. Надо будет потом сюда привезти зимние. Пошли гулять, Ив, пойдем, пойдем гулять. Там у нас мусор, мусор. Вот тоже мусор. Слава там отопление делает ниже, чтобы это не жрало энергию. Гулять пойдем? Пойдем. Давай, выходи. На улицу не видела несколько дней. Ой, хорошая погодка. Пошли гулять, Вивочка, сюда иди. Иди сюда. Иди сюда, Вив. Пошли гулять. Ой, как здорово. Блин, трава выглядит жутко. Это все после этого самого. После зимы, да, малыш? Бежим, бежим. Ой, как весело собачки. Вивочка, я бы тебя раньше выпустила гулять, но дождик был вонючий. Пойдем. Вот дятел стучит, видишь? Беги, беги, попка смешная. Пойдем, пойдем. А, вот эти окна я еще помыла вчера. Причем посередине тоже. Ой! Куда-то убежала собачка. Так, вот мы и приехали на мусорку. Но это не так любопытно, как то, что мы собираемся выкинуть. О, что там было? Вот такой фонтан. Правда, весь в грязи, старинный. Ой, ладно, вы так не разглядите, но это фонарь с фонтаном. Я это не буду, пожалуй, выкидывать. Вдруг кому-то пригодится. Не знаю, кому. Тебя отправляем в Макдональдс. Очень грустно. Вот интересно, почему KFC и Burger King не ушли? Слава мне говорит, типа, это же деньги, зачем вам уходить? Это понятно, но Макдональдс ушел. Что они со мной наделали? Они забрали у меня Макдональдс. В общем, как вы могли догадаться, мы уже едем в Москву. Вивочка вот так вот у меня сидит. Так вот мы едем. А, кстати, если кому-то будет интересно, почему мусор выкидывала я, а не Слава, я сама так захотела. Хотела снять вам, показать этот фонтан. Но, правда, его все равно было плохо видно. Короче, он 100 тысяч лет стоял у нас на холодильнике. Фонтан моего детства. Ну, как фонтан? Это вообще фонарь? Светильник? Так, мы приехали на заправку, но нам не нужна заправка, нам нужен капучино. Большой капучино и 4 сахара, если огромный прям. Короче, я в своем телеграме написала о том, что у меня куча дел в Москве. Сделать маникюр, сделать реснички, коррекцию, ламинирование бровей, сделать Вивочке прививку, влог монтировать, снимать, реакции снимать. Ну, короче, я написала, что вот куча дел. Короче, вот так я написала, и я, если честно, не читала комментарии сильно, долго, много, там 72 комментария пока только, но кто-то пишет, типа, о боже, вот это дела, типа, что за дела, ну, короче, обесценивают мои дела. Ну и ладно, а какие у меня должны быть дела, какие мне надо тогда дела, типа, я просто не знаю, какие должны быть другие дела. У меня есть дела неинтересные, которые я даже не знаю, как озвучить, мне нужно съездить по определенному адресу, приехать туда, устроить там скандал, потому что... Когда нам устанавливали счетчик на даче, новый, тот, кто устанавливал, не оставил акт. И из-за этого у нас нет возможности нормально передавать и оплачивать, передавать показания и оплачивать электричество. И я полгода, если не больше, с этим мучаюсь. Просто я про эти дела даже не рассказываю, потому что, мне кажется, они не особо-то интересные. Потом, какие у меня еще есть дела? Мы очень сильно хотим с родителями съездить. Есть какой-то храм в Ярославской области. Мы очень сильно хотим туда съездить. У нас друзья семьи ездили, говорили, вот прям приезжали, вот там просили что-то, там с работой было плохо, еще что-то, и вот прям все хорошо остановилось. Вот, ну это кому интересно, так рассказываю. Ну, опять же таки, кто-то верит, кто-то не верит. Мы как бы верим в такие вещи, поэтому мы очень сильно хотим туда поехать. И мы хотим туда поехать, ну, понятно, это надо встать будет в 5 утра, потому что я не знаю, сколько туда, часов 5 нам, наверное, ехать надо будет на машине. Вот, и хотелось бы там погулять, потому что там вроде как красиво. Ну, в общем, вот такое еще есть дело, которое хотелось бы сделать очень сильно. Потом маникюр я вам показывала, да? Маникюр хотелось бы сделать. Ну это что, это разве не дело, это дело. Это занимает очень много времени и денег, к тому же. Потом еще дома хотелось бы, чтобы было чисто. Я все жду, когда уже станет хорошая погода, чтобы заказать клининг, чтобы помыли окна. Вы знаете, я и сама их могу помыть. Но то на дачу убирайся, то дома убирайся.
Ну, в Москве есть возможность самой не убираться, не тратить на это время, поэтому я предпочитаю клининг заказывать. И то, вы знаете, я делаю это редко, раз в месяц, вот так вот где-то. Просто, скажем так, устроить себе такой чил, релакс-день без уборки. Вот, тем более, что все равно, если не поддерживать уборку, дома быстро станет грязно, сами понимаете. Вот, что еще? Еще я записала кружочек, говорю, задавайте какие-то вопросы, обсудим, ля-ля-ля. Кто-то спрашивает, какие планы на месяц. Если честно, вот там еще был вопрос, какие планы на лето, и есть ли вообще какие-то планы на лето. Честно, вот сами понимаете, раньше я бы вам сказала, да, у нас планы, мы уже смотрим, куда полететь, вот у нас там предложение, куда поехать или еще что-то, планируем то все 5-10, но сейчас, честно, ничего такого не планируем, мы просто следим за обстановкой в мире, за ситуацией, и несмотря на то, что у нас есть возможность при желании куда-то полететь, поехать, мы все-таки хотим, ну не то, что переждать, но как-то, знаете... Дома спокойнее, я уже об этом говорила, что дома намного спокойнее находиться, хоть и, скажем так, не то что скучно, у меня не получается в Москве сейчас делать какой-то классный контент, потому что, ну реально, состояние такое, знаете, день сурка, ничего интересного не происходит, вот мне даже рассказывать нечего, я поэтому не снимала влог, потому что я думаю, ну... Правда, я не хотела снимать там что-то просто для того, чтобы... Я даже не знаю, что обсудить. Я просто люблю снимать видео, когда происходит что-то интересное, когда есть что рассказать. А когда мне нечего рассказать, нечем поделиться, ничего интересного не происходит, я не хочу, разумеется, снимать и просто отнимать ваше время на непонятная какая-то болтовня. Хотя сейчас я тоже, по сути, болтаю о чем-то не таком, непонятно, может. Не знаю, в общем, лучше всего сейчас мне дается снимать реакции, поэтому мы сейчас приедем в Москву, надо будет заняться реакциями по большей степени. Ну и другими видео, конечно, хотелось бы заморочиться. Ну и, как я и сказала уже в Телеграме, написала тоже, что я очень жду хорошую погоду, потому что мне охота пофоткаться, погулять в центре, не знаю, сходить в ресторан. Хотя и сейчас можно сходить в ресторан, но плюс у меня все как-то так навалилось, плохая погода, аллергия и прям вообще настроение не очень. О, сэндвич с курицей. Я думала, ты мне дашь. Интересно, вкусный сэндвич? Такие мы вообще путешественники, да, зайчик? Угу. Нас всю неделю дома не было. Время так быстро пролетело, реально, нас неделю не было дома в Москве. Мне сегодня приснилось, что я беременная. Mm. У меня был огроменный живот. Не знаю, как будет в реальности. Да, когда-то. Но мне приснилось, что я беременная, у меня огроменный живот. И самое главное, на чем нужно сделать акцент. Я смотрю на свои бока, и у меня там огромные красные растяжки. И я понимаю во сне, я такая... Я забыла пользоваться какими-то там средствами, маслами, какими-то маслами от растяжек, понял? И я понимаю во сне, что у меня уже огромный живот, а я понимаю, что я все это время ничем не пользовалась для того, чтобы не было этих растяжек. Ну, короче, я была в шоке. Вот такой сон мне приснился, представляете? Почему бы это, да? Я почитала в Сонике, ничего интересного. Вообще, смотрела какое-то интервью, и там говорят, что Соники — это все фигня, и вообще на это не надо смотреть. Я бы тоже так сказала, что это все фигня, но, как ни странно, были такие сны у нас с мамой, которые снятся не просто так. Типа снились какие-нибудь там, знаете, я не помню, кошки или что-то такое снится, это типа к предательству. И каждый раз, когда моей маме или мне снились кошки, происходила потом какая-то фигня, и мы такие... Я же говорил. Понятно, что мне кошки снились. Блин, не, на самом деле сны — это не такая уж фигня. Угу. Просто в большинстве случаев это фигня. Можешь положить, когда я тут едать не буду. Это хлебушек на бороде. Там всякие ритуальные сны тоже снятся с умершими и так далее. Типа у меня мама, моей маме, бабушке, типа, ну, это вообще прям как всегда, короче, снится. Не знаю. Прям сразу после смерти, как будто бы, ну, что-то происходит. Либо до, либо перед, либо после смерти. Не, спасибо. Это тоже вообще странная, ну, жесть. Я верю в такие вещи, на самом деле. Ну, в смысле, что это не просто так снится. А еще есть такая фигня, что бывает снится... Ну, не знаю, правда это или нет. Я просто где-то читала это, смотрела какое-то научное исследование, что бывает снится, что, ну, типа, человек
человека не стало. И потом действительно это происходит наяву. Ну, это вот я в интернете читала, и там сказано о том, что чаще всего мы можем не замечать каких-то вещей в реальной жизни, но наш мозг, например, обращает внимание на какие-то детали, типа человек, не знаю, цвет кожи изменился. То есть мозг наш сразу понимает, что человек, грубо говоря, болеет, допустим. Или там, не знаю, мы не обращаем внимания на какие-то вещи, которых раньше у человека не наблюдалось. Ну, короче, грубо говоря, к тому, что он на самом деле болел. В общем, вот такое вот у нас настроение. Ехать в Москву. Настроение наше поднимается. Ля-ля-ля. Приедем еще скоро сюда. Мне понравилось. Да? Да. Слава обожает на даче жить. Он мечтает о том, чтобы мы переехали жить на даче. Но мне тоже кайфово. Я вот вспоминаю, когда была пандемия и мы жили на даче. Конечно, я немножко подустала, потому что каждый раз надо что-то готовить. Ну, это, типа, знаете, реальная взрослая жизнь. А я-то, как молодежь, хочу заказывать что-то, ходить в кафешки, еще что-то. Не каждый день готовить. А когда ты живешь, ну, там, где нет доставки, например, приходится что-то готовить. Единственное, что мы могли съездить в тот же Макдональдс, KFC. Было классно, мы часто жарили шашлыки сами. Да и, в принципе, что-то готовили. Не, это классно. Вообще классно. Классно. Кстати говоря, в начале года у меня была такая цель, не знаю, в итоге приду я к ней или нет, но хочется. В этом году я уже пробовала делать котлеты, в общем, к чему я. Мне хочется за этот год, ну, как-то больше научиться что-то готовить, всяких блюд. И научиться так, чтобы для меня это было легко, а не так, типа, так, рецепт надо открыть, так, надо вспомнить, так, сейчас будет геморрой такой. То есть мне хочется, чтобы это было легко и с удовольствием. Легко, непринужденно. Да, легко, непринужденно, с удовольствием. Вот у меня есть такая цель на этот год, кому интересно. Вот, поскольку я не очень много чего умею готовить, и не очень много чего готовлю на постоянной основе. При этом мы питаемся нормально, потому что все-таки, сами знаете, есть доставки, еще что-то, ля-ля-ля. Вот, ну, понятное дело, лучше, когда сам готовишь. Вот, думала даже рубрику какую-нибудь сделать на канале по типу кукинга. То есть, в принципе, это и был бы кукинг, только, не знаю, чтобы это, может быть, был менее развлекательный контент, более познавательный. В общем, да, я ни о чем не говорю так, что типа я это стопудово сделаю, потому что у меня просто были такие мысли, но в целом я просто сама хочу научиться больше всего делать, готовить. И я не знаю, мне кажется, когда живешь на даче, идеальная возможность для того, чтобы чему-то учиться, потому что там очень скучно и реально. Почему бы и нет? Потому что в Москве начинается, у меня там Planet Coaster, еще что-то, и, конечно, ни до чего. Понимаете, дело мне такое. Ехать нам целый час. Час и 17 минут. Сейчас посмотрим, спрашивали вы что-то или нет. У меня все постоянно спрашивают, как я отреагировала на то, что Карина уехала из Москвы. Они сейчас в Арабских Эмиратах. У меня все постоянно спрашивают, моя реакция, что я думаю, как я отреагировала. Как я отреагировала? Никак. Ну, типа, ну, уехали и уехали. Типа, и что теперь? Ну, круто, молодцы. Они точно так же могли бы уехать и в другое любое время. Просто лично для меня, ну, вот, конкретно в такое время, которое сейчас, есть два типа людей. Вот, типа, знаете, те, которые уезжают, и те, которые, типа, нет. Остаюсь! Мы просто с Кариной очень разные, и мне кажется, что это давно все могли понять и догадаться, и мы разные во многих моментах, и реально, во многих. И какие-то мировоззрения у нас разные, и взгляды на жизнь у нас, ну, не во многом, но в чем-то очень серьезном, может быть, а сильно отличаются, и это неплохо, просто мы два разных человека, я просто пытаюсь вас все приучить к тому, что сравнивать, например, нас, это невероятно глупо, потому что мы очень разные, да? Если бы мы с ней были как две сестры-близнецы из одной семьи, с одними там взглядами, еще что-то, было бы логично нас сравнивать. Типа, смотрите, вот это и вот это. А тут нет, это очень нелогично. Короче, я к чему? Мне все равно, ну, уехали, когда-то приедут, не знаю, отдыхают, кайфуют. Что могу сказать? Мы вот не уехали.
Мы тоже отдыхаем, в принципе, кайфуем. Единственное, что очень хочется хорошей погоды. Вот. Но у каждого своя жизнь, у каждого свой путь, скажем так, жизненный. И у каждого своя судьба, скажем так. Да, не добавить, не отбавить. Убавить. Да, убавить. Поэтому я нормально к этому отношусь. Много кто уехал, и я не сужу никого. Кто-то уехал просто потому, что планировал уехать, кто-то уехал потому, что, не знаю, испугался чего-то, не выдержал там, не знаю, каких-то моментов. Это как бы личное дело каждого. Меня это, в принципе, никак не касается. Я могу, конечно, об этом посплетничать, пообсуждать, но не на всеобщее обозрение, разумеется. Вот, поэтому в целом мне все равно. Вы меня спросите, хотела бы я куда-нибудь сейчас поехать в теплое местечко, путешествовать, кайфовать, чилить, тратить бабки, делать классный контент? Да, я бы хотела, но при этом не хотела бы. Сложная ситуация, то есть больше, короче, типа даже не то, что 50 на 50, я не знаю, как это обсудить. Дома в Москве я испытываю чувство спокойствия сейчас, на данный момент, и я просто понимаю, что сейчас поехать во времена, когда непонятно, что с работой, непонятно, что вообще во всем мире происходит, поехать в другую страну, для меня это будет тревожное состояние, я этого не хочу. Я надеюсь, что вообще, в принципе, все наладится, все будет хорошо, но мне спокойнее дома, как я уже и сказала, поэтому каждый просто сам выбирает, что ему делать, поехать ему куда-то, не поехать. О, да так намного круче, йоу! И нет. Так что я думаю, что как только станет потеплее, настроение поднимется. По поводу ассистентки. Я все еще об этом думаю. Какая сейчас ассистентка? Сейчас, конечно, никакой ассистентки я не буду себе нанимать, искать и так далее, потому что вообще непонятно, что да как. Но однозначно точно я реально нуждаюсь в человеке, который будет со мной мотаться, типа, на какие-нибудь там фотосеты, фоткать меня, еще что-то. Но, в принципе, это может называться тоже, типа, как ассистент, но, например, должность... Подружка. Должность подружка. Не то, что должность подружка, а, скажем так, в обязанности ассистента входило бы много всего. Следовательно, и зарплата была бы выше, а мне конкретно нужен человек, который будет меня классно фоткать. И так, что он будет понимать, что это его работа, фоткать меня. Тогда, когда я скажу. Ну, типа, вот, мы договариваемся. Ну, понятное дело, что вы смеетесь, все зрители в машине в этой. Он будет за это получать деньги. Разумеется, деньги будет получать. Вот. Но просто хочется, чтобы этот человек был легкий на подъеме, чтобы он искал классные локации для того, чтобы пофоткаться. Это не так много сил, я думаю, будет занимать времени. Вот. И просто вместе приезжать, и, типа, человечек будет меня фоткать. Ну вот так, вот такая должность, не знаю. Должность фотографа? Должность фотографа получается, да. Но с другой стороны, просто я ленивая сейчас, реально. Ленивая просто по всем параметрам. Я могу написать, не знаю, девчонкам своим, с которыми я уже работала, типа, давайте что-нибудь поделаем, давайте поснимаем, поехали туда-сюда, и мы организуем. И они даже организуют. Мне надо будет просто приехать реально с чистой головой, грубо говоря. Вот, но вот даже лень написать, не знаю. Ну вот сейчас, надеюсь, приедем в Москву и как-то взбодрюсь. Надо взять себя в руки, потому что состояние такое прям вообще, типа, да ну смысл что-то делать, посмотрите вокруг, жопа. Надо все равно что-то делать, двигаться. Надо найти себе какое-то такое занятие, которое не даст мне расслабиться, скажем так. А пока мы будем ехать в Москву. Ребята, мы уже дома, я села сразу же за монтаж, не этого влога, а другого, который я снимала. Ну, вы его уже посмотрели, там я ходила к врачу по поводу кожи. Самое проблемное мое место сейчас на лице, именно говорить про кожу, вот здесь, вот тут. Поэтому, на самом деле, первое правило борьбы с воспалительными элементами – это стараться лицо по минимуму трогать. То есть лучше его трогать только для умывания, для
нанесения крема сыворотки. Распустила свои косы. Кстати, я записала, уже домонтировала влог. У меня получился короткий, правда. Надеюсь, что вы не будете злиться. В общем, там у меня было очень много всякой бесполезной какой-то болтовни. И я сократила общение с врачом, потому что подумала, что вдруг кому-то будет скучно смотреть долго общение с врачом. Тем более, что я долго врачу рассказывала о том, какие у меня были проблемы с кожей, через что я прошла. Я подумала, то, что вы не захотите это смотреть по 500 тысяч миллионному разу. В общем, тоже обрезала, потому что изначально я смонтировала влог так, что он у меня вышел на 1:10. Где минут 30 это общение с врачом, и, в общем, я сократила, и в итоге у меня влог вышел на 22 минуты. Это жесть, не знаю, правда жесть, но надеюсь, что вы не будете сердиться, учитывая, что я для вас снимаю сейчас вот этот влог, который я тоже выставлю следом практически, вот, чтобы не грустили, что я так редко выставляю еще и такие короткие видео. В общем, просто у меня было ощущение, что я сняла очень много, я действительно сняла очень много, но в итоге было много всякой болтовни, которую я сейчас при монтаже поняла, что скучно. Какие у меня планы на сегодня домашние? Во-первых, ладно, не на сегодня. На завтра я записалась на маникюр в 2 часа. Видите? Я вам показывала уже, но хочу еще раз показать. Сейчас чихну. И записала Вивочку в 12:30 на прививки. Мне нужно разобрать вот эту гору курток, пальтишек, которые мы привезли с дачи. И присмотритесь. Вдруг вы увидите маленького собачонка. Почему ей всегда нравится лежать на курточках всяких? Вивочка, купаться пойдем сегодня? Будешь купаться? У тебя завтра прививка. Укольчик будут Вивочки делать. Расстроилась? Ну не расстраивайся, мой медвежонок. Не расстраивайся. Не расстраивайся. Лежи, лежи, отдыхай. У меня нос, у меня вот здесь кожа стерта, потому что я его постоянно тру. Из-за того, что он у меня чешется, поэтому он у меня постоянно крас. Еще и кожа у меня теперь здесь сухая. Мне кажется, мне не помогают эти лекарства дурацкие. Короче, пока мы были на даче, Вивьена привыкла кушать со стола. Ну как кушать, она же все просит. И мы ей, конечно же, не все даем, но что-то ей даем. И она так это все полюбила и решила не кушать свой корм. Я вчера нервничала, потому что Вивочка выглядела как-то плохо, грустно, а я всегда как мать. Я чувствую, что с собачкой что-то не то. Ну и, короче говоря, я думаю, что с собакой? Я волновалась, потому что я думала, вдруг у нее клещ. Клеща не нашла, но потом, когда мы ели пельмешки, я ее угостила пельмешками, и она сразу ожила. Сразу было хорошее, отличное настроение. Сразу она начала прыгать, веселиться. То есть ей было плохо от того, что она голодная была, а корм она какого-то черта не ела. Точно такой же корм, который она ест дома. То есть я его же с собой взяла, разумеется. Я начала волноваться, но потом я поняла, что дело не в том, что у нее что-то болит, а просто она решила, типа, бойкот такой объявить, типа, я корм жрать не буду, я знаю, что у вас будут пельмени или еще что-то вкусненькое. Ну и вот, и, конечно же, пришлось ее покормить, и она с радостью съела эти пельмени. Слава сегодня говорит, вот, а вдруг с ней что-то не так, она же ничего не жрет. Я говорю, да, конечно, ничего она не жрет, она вчера пельмени съела, и все отлично. Я ей говорю, то сейчас в Москву приедем, будет свой корм жрать, как миленькая. И вот, даже глазом не успели моргнуть, она уже съела тарелку корма. Так, меня жутко бесит мой отломанный ноготь, потому что он цепляется за волосы и вообще жесть. А еще нужно разобраться в холодильнике, потому что там куча всякого, непонятного и ненужного. Так, я планирую делать, как всегда, рыбу. Когда приехали домой, я села за монтаж, и пока сидели, сидела, я заказала рыбу, вкусный сыр, косичку. Так, я не знаю, как быть, потому что я заказала рыбу, а она там по граммам, типа, заказывается. И так вышло, что привезли 3 куска. Я думаю, что есть смысл приготовить все 3, потому что кто потом будет делать 1, и чтобы она не пропадала, просто мы съедим побольше. Надеюсь. А еще проблема в том, что у меня заканчивается специя, которую я использую для рыбки. Она продавалась только на эко-маркете, и я не могу ее там найти, как будто бы ее больше не выпускают, и я не знаю, что с этим делать. Не знаю, я думаю, может быть, просто сфоткать, выставить в интернет, знаете, типа поиск Яндекс или что-то такое. Вот, посмотрите, видите, там уже ничего нет практически. Вот такую штуку я ищу, не знаю, где купить, надо поискать. Ну, блин, мне кажется просто, что они только на эко-маркете такое
продавали, но надеюсь найти. Очень хорошая специя. Представляете, вот сегодня мы с дачи уезжали, и погода разгулялась. Точнее, не то чтобы она прям разгулялась, но, по крайней мере, перестал литься дождь. Замучил он меня. А еще я вам не рассказала, дизайнеры прислали концепцию. Это пока еще не такие красивые фотографии, как все в каждом углу стоит, а просто типа на одной картинке примерно, ну короче, не знаю, может покажу вам. Может в следующем блоге, чтобы было больше тем для разговоров. В общем, посмотрим. В любом случае, там кое-что есть, что мне не очень нравится. Буквально один, наверное, момент в ванной. Там плитка одна мне не очень зашла, там несколько разных видов плитки какой-то. Вот, и это единственное, что мне не совсем, скажем так, по кайфу было, а так очень красиво, конечно. Не знаю, мне всегда все красиво. Так, а еще, пока мы были на даче, до того, как уехали на дачу, мы со Славой начали смотреть сериалы, и я открыла для себя 3 новых классных сериала. Один «Призраки», я про него рассказывала в Телеграме, и мне сказали, что есть еще одна версия этого сериала. Британская, которая снималась, видимо, раньше. Мы начали смотреть британскую, потому что, ну, видимо, вот эта вот, которая «Призраки», мы смотрели изначально, не знаю, американская, не американская. Там один сезон всего, и его, видимо, еще снимают, и, короче, мы расстроились что-то. Ну, понятно, перестали его смотреть, потому что смотреть больше нечего, так как там уже все закончилось. Вот, и включили британскую версию, и что-то нам не очень-то понравилось, если честно. Мы даже одну серию не посмотрели. Во-первых, все слизано, вот именно та версия, которую мы посмотрели полностью, там практически все вообще слизано с британской, хотя кто-то написал, что вот эта британская версия сериала «Призраки», она более смешная, более интересная, не знаю, нам как-то, конечно, не очень интересно было смотреть, потому что реально очень много одинакового, поэтому, короче, выключили. Потом мы начали смотреть сериал, тоже вообще офигенный, смешной. Ну, не то чтобы прям 10 из 10, но классный. Постоянно забываю, как называется. Что-то там книга. Книга. Зай. Ты помнишь, как сериал назывался про книга? Что там? А? А, да-да-да. О, «Гостевая книга» называется. Слава каким-то образом нашел вот эти сериалы, такие классные. Ну и вот, «Гостевая книга», очень классный сериал, но сразу хочу сказать, что он плюс 18, и там жесть. Ну, не совсем жесть. Вот, и вчера мы включили сериал и полностью его посмотрели, мы даже поздно вчера легли спать. Но он не закончен еще, но не знаю, будет ли второй сезон и когда он будет. Короче, сериал называется «Извне», по-моему, тоже классный, стрёмный. Ну, не так, чтобы прям вообще с ума сойти страшно, но, типа, прикольно, страшно. В общем, посмотрите трейлеры этих сериалов, которые я вам назвала, может быть, вам понравится и сами начнете смотреть, но меня жутко бесит смотреть сериалы, которые еще не закончены. Я думаю, это каждого бесит, или ждать, когда выйдут серии, потому что обычно ты забываешь об этом, и потом уже не помнишь, что там вообще было, на чем ты там остановился, и это, конечно, не прикольно нифига. Я уже приготовила рис, рыбки осталось 20 минут стоять, искупала вилочку, сейчас буду ее сушить. Вот, стараюсь быстренько успеть все дела сделать, ничего не откладывать, быстро совсем разобраться с холодильником, разложить вещи. Ну, это, в принципе, недолго, просто все на свои места положить и грязное в стирку. Вот. Ну, и, собственно говоря, сейчас посушу вилочку. Ну, и сама бы хотела в душ сходить. Единственное, что мне хочется укладку сделать, а это очень много времени занимает. На самом деле, не, можно просто посушиться и потом на сухие сделать укладку Дайсоном. Тоже неплохо будет. Хороший вариант. Так что вот такие дела. Так, ребят, я уже помылась, искупала вилочку, смыла макияж, помыла голову, смонтировала этот влог, который вы сейчас смотрите до вот этого момента. Показываю вам свою кожу без макияжа сейчас. Уже нанесла сыворотку. Все как надо. Как врач сказал. Самое проблемное место у меня здесь сейчас. Я вам говорила в начале влога. Ну, в середине где-то, не знаю. Вилочку искупала, посушила. Такая вот милая собачка там лежит, очень пушистая, красивая. Да, я про тебя говорю. Да, я про тебя говорю, мой милый животик. Ну, хорошенький, ну, посмотрите, какое чудо. Ой, здрасте, здрасте. Ну, что за милость. Лежит, смотрит, как я монтирую влог, ждет чего-то.
Устала сегодня собачка, дорога была долгая. Ютика, посмотри в камеру. Не надо никуда ходить. Ай. Мама хотела просто снять, ну начинается. Я тебя тоже люблю, мой ангел. Мама тебя не возьмет на ручки. Вот спрашивается, зачем встала, да? Зачем встала, спрашивается. Очень волнуюсь, потому что завтра Вивочка пойдет в клинику делать укольчики там, где она еще ни разу не делала укольчики. Вот, я буду как дотошная мамаша проверять все их препараты. Но, кстати, клиника, в которую мы завтра пойдем, я записала Вивочку уже, она намного круче той, в которую мы ходили до этого. И по ценам намного круче, и вообще в принципе. Вот, но, как знаете, бывает, если дороже, не значит, что лучше. Поэтому не знаю. Буду все проверять, запрошу документы. В общем, вот такая я. Думаю, хорошо, да посмотри сюда, посмотри сюда. Да не надо прыгать. В общем, из всех дел на сегодня я... А что сделала? Я ничего не сделала, ёпа. Почему я снимаю себя без макияжа? Потому что я хочу смотреть, как меняется или не меняется моя кожа. Потому что, вы знаете, я недавно была у врача и начала пользоваться такой гаммой от Vichy. Крем, сыворотка, Дермадерм называется. Вот, но я на самом деле не думаю так, то что, ой, у меня и неделю назад здесь было высыпание, почему оно не прошло, просто оно сейчас на пике, я думаю, на своем пике, еще я очень часто трогаю свое лицо руками. Видок у меня, конечно, сейчас такой немножко больной, как будто бы мне солнышка не хватает, но на самом деле это аллергия и без косметики. Не стала сушить голову, потому что я так долго сижу, монтирую, что у меня сначала было одно полотенце, потом другое, вот оно лежит. Более сухое, чтобы впитывалось. Сейчас я вот уже, ну, давно, не знаю, может, 20 минут назад убрала полотенце, расчесала волосы, и они у меня так сохнут. И когда высохнут, будут такие же прямые. Удивительно. Интересно, это значит, что у меня прямые волосы? Структура. В общем, я немножко вдохновилась, и себя вдохновила, и зарядилась. Так сказать. Во-первых, пока мы кушали, после того, как я помыла, посушила Вивочку, я начала писать фотографам и договорились что-то поснимать, пока еще не выбрали студию, время и дату. Но как-то я взбодрилась, потом написала одной своей хорошей знакомой, блогеру. Мы с ней тоже договорились что-то поделать вместе, поснимать, и я ей написала о своей проблеме, что, ну, мне реально нужен человек, который будет фотографировать меня, еще что-то. У нее тоже такая проблема, поэтому мы договорились друг другу помочь. В общем, не знаю, посмотрим. И договорились тоже придумать что-то клевенькое. И я обрадовалась, что я не одна такая с немножко грустным таким настроением. Ну, типа, знаете, состояние такое. Я еще прочитала комментарии в Телеграме. Девочка одна написала то, что ну, он меня на самом деле не задел, а скорее наоборот. Может быть, тоже даже вдохновил немножко, не знаю. В общем, девочка написала, причем не со зла, я думаю, она написала, типа, Юль, что-то как-то очень-то скучное стало в последнее время. Но я понимаю еще, как минимум, причину, почему человек так написал, потому что я целую неделю вообще особо ничего не писала в тот же Телеграм, где мне оставили этот комментарий. То есть я вообще пропала очень жестко, скажем так, из соцсетей. В Инстаграме я только сторисы делала, отвечала на вопросы, так чуть-чуть что-то снимала. И я понимаю, что, конечно, будет скучно наблюдать за человеком, который вообще не выходит, ничего не записывает, не рассказывает, не показывает, ничем полезным не делится. Ну, в общем, эта девочка, ну, девушка, не знаю, написала, что с моими возможностями можно было бы начать чем-то заниматься, развиваться, и я, ну, как бы, правда, сама этого хочу. Вот, просто хочется как-то, не знаю, найти, не знаю, не то что курсы какие-то, вот, чтобы мне реально было интересно и познавательно. И чтобы это было полезно для меня в первую очередь, и чтобы я могла этими навыками, знаниями делиться с аудиторией. Но на самом деле такое возникает только когда у меня вот такое дурное состояние, как сейчас. А мое состояние сейчас можно описать так, что мне кажется, что я скучная, неинтересная, и зачем вообще мне кому-то что-то рассказывать, зачем мне что-то снимать, показывать. Типа никому не интересно, никому не интересно. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, это просто у меня такое, знаете, как апатия какая-то.
И эта апатия, наверное, вытекает из какой-то лени. Ну, типа, мне все лень, а потом я думаю, да смысл что-то делать, все равно никому не интересно, например. Не знаю, в общем, напишите в комментариях, может, реально никому не интересно то, что я рассказываю, показываю. Но мне странно вообще об этом думать. Всегда все показывала, снимала, всем было интересно, а тут вдруг ни с того ни с сего должно стать неинтересно и скучно. Я не говорю, что я самая интересная персона и человек вообще в этом мире, и несу в массы какие-то очень классные познавательные вещи. Вот, я как бы на это сейчас не претендую, да, я просто говорю о том, что, ну, как-то я всегда старалась что-то там, не знаю, как минимум веселить народ, развлекать, скрашивать вечера болтовнёй своей какой-то. Тем более, что для многих людей я родной человек, с которым они давно вместе, смотрят давно на YouTube, и, наверное, некоторые люди даже переживают за меня и думают, интересно, о чем Юля думает, интересно, как бы Юля поступила. Не знаю, это любопытно, думает так кто-нибудь вообще или нет. Мне кажется, наверняка кто-нибудь так думает, но я не уверена. Договорилась с фотографами, что-то будем делать, планировать. Договорилась с одной девочкой-блогером тоже поснимать, причем не просто где-то на улице или в студии. Есть у нас одна идея, вот, постараемся ее воплотить в реальность на этой неделе или на следующей, посмотрим, как получится, потому что тут даже немножко не столько от нас зависит, как от того места, где мы хотим воплотить какую-то идею такую, ну, в общем, не знаю, посмотрим, не говорю, что это стопудово будет, но мы как бы списались, договорились, давай, вот, на самом деле надо просто начать двигаться, начать что-то делать, и тогда уже, ну, в какой-то ритм входишь, и все классно идет, и... Вот мы тоже с ней списывались, и она говорит то, что на нее тоже погода жутко влияет, и тупое состояние, когда, ну, за окном дождь, ветер, холодно, а тебе хочется выйти из дома, что-то классное поснимать, поделать контент, ну, даже просто элементарно какие-то фотографии прикольные поделать. Понятно, что они, может быть, никого там не учат чему-то новому, да, но, может быть, вдохновляют тоже на что-то, не знаю. Короче, ладно, в общем, все. Пока. Я буду стараться снимать влоги почаще, может быть, даже заставлю себя снимать неделю влогов, потому что таким образом я не смогу, как-то сказать, слиться. Ну, типа, знаете, потому что когда ты ставишь себе такую цель, типа, я снимаю неделю влогов, ничего не знаю, нифига себе, камера ходит сама по себе. В общем, когда ты так делаешь, двигается, нет? В общем, если я поставлю себе какие-то рамки... Хотя я ненавижу это, зачем? Но если я так сделаю, то у меня не будет возможности слиться и сказать, типа, не было времени, не было сил. Потому что я буду, так, я уже начала, но нет варианта останавливаться. В общем, не знаю. Надеюсь, что когда вы видите меня без макияжа и думаете, да, оказывается, у нее не идеальная кожа. И вообще, не такой уж она и идеал, как в Инстаграме. Надеюсь, что вас это вдохновляет, реально искренне, потому что когда я вижу каких-то знаменитостей, ну, я не говорю, что я там суперзнаменитость, но когда я вижу каких-то знаменитостей, что у них там какие-то, не знаю, прыщи, еще что-то, я думаю, блин, они тоже живые люди, как и я, черт возьми. Поэтому это единственная реально причина, по которой мне не так стрёмно себя показывать, потому что я когда себя показываю без макияжа и с какими-то неидеальностями, скажем так, я себя успокаиваю тем, что кого-то в этот момент я подбадриваю, и кто-то в этот момент такой думает, типа, блин, спасибо, Юль, вообще, что показываешь себя вот так вот на такую большую аудиторию, что столько там тысяч человек увидят тебя без макияжа, типа, ты молодец. Ня, вот так, вот такой я молодец. Так что все, не грустим, берем себя в руки, перестаем лениться. И что-то делаем. Такой план. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока.